Друзья мои, всем привет! Снова Санта, снова наш сервер Бетсанта Ванила. Немножко порейдили, повоевали, постреляли. Ну и как обещал, для вас очередной видосик. С вас лайк и всем приятного просмотра. Блин, надо бы, знаете, как сделать, наверное, чтобы не сильно это, ну, прям там не раскидывать, можно ящики похватать, вынести куда-нибудь в елки, покидать их нахуй, а уже там из них все повыкидывать, чтобы прям они не нашли, если приедут. ВСС трали, либерисы. Бегу! Ведро подгонять, нет, или пока лучше контролить дорогу? Подгонять ведро. Магазин нарвал. Магазины на фал здесь есть, фала тут нет. Пистолет с глушителем, еб твою мать. Куст? Надо кому? Это, походу, мой лут, да? Не исключено. Они ли нас принимали? Тут ведь еще один на гаражик. Не исключено, говорю. Блин. Всех зомби вырезал, нет, они все. Так, я подъезжаю, быстро грузите все, что самое ценное, и я отъезжаю, они. Берите солы, блядь. Заебись, а нахуй есть место, куда что сувать. В машину самое ценное кидаю. Остальное можно, не знаю, куда-то, блять, а куда? Или подождем. Мы уедем отсюда, подождите. Сейчас я все это выброшу, хандинги всякие заберу. Я ящики отношу, раскидываю их влево-вправо по кустам. Так, всем привет, с вами Алексей. Сегодня я покажу вам баг из 62-го патча. Смотрим сюда. Бежим в дерево. Жмем F. И не отпуская F, хуенду. Все, с вами был Алексей. Всем приятного просмотра. До свидания. На бардак, я у тебя этих патронов хоть на винч возьму. Я гилю Горелого. Угу. Чувак бежит на меня.
первым же шотиком. Макс Фэйр. Тут знакомые. Да это, блядь, Макс или невозможный. А, да? Угу. Ну а чё он тут бегал? Есть. Ты видишь его? Я потерял его. Да? Где он? На этаж зашел. Иду прямо на выстрел в странный лес. Ну, от Хельма. Прыгает где-то. А ну выходи, блядь. Путевка на море обеспечена. Не русский? No, I'm nothing. From, man. From. England? Finland. А, Finland. Okay. The neighbor. Okay, okay. Good game. Yes. You have nice loot, you know. Very nice. Finn. Да, я понял. Финик. Но русский. Русы туриста поминерали. Ладно. Как ты так это? Приманил. Как же вы допустили? На кладочке, которая вайра бугор пролез. Угу. Оп, летим. Да. Бля, я пострелял на меня зомбаки. Стоит тебе, Лёха, отъехать, заметил? Прям залутанный чувак был. Кладочку в сторону аэро от церкви, да? Вот ну вот справа. Этот бугор такой, с которого можно кабанинку кемпить, понял? Угу. Вот на ней был. Там. Был, да. Ага. Я стрельнул, у него не попал, он побежал по ней, а куда побежал? Ну вот, на рестап полезли. Как, что говорите, морфин нужно ширнуть и сидеть, да? Угу. Ширнул морфина. Он не гиль, да, там просто обычный. Да, да, там с броником, чувак. В горке, в шапке есть. Со мной бы не перепутать. Я тоже с броником. Ну, броник это мой клиент. Шапка горка. Угу. Броники я люблю. Так, буквально сейчас на секунду отскакивал. А к новому подъезжаем. Блять. Где-то нашел, да? Угу. Лёг. Я попал в него первый раз. Фенниманта не видать.
не можешь? А, блин, да, все. Люба? Я без ПВХ еще не вижу. Че? Че за выстрел? Я не понял, откуда там с стороны ТИС. Я заливаю. Гади показала, что цвет машины едет. Угу. Ебашим? Ну да, сейчас. Поближе тут. Водила, да? А чё, медленно катится? Красный повес. Буду целиться в водилу. Угу. И водила я по тачке. Четверо. Ближе? Готов? Угу. Давай. Ты чё всех убил? А, нет, я одного убил. Красота! Красота просто. О, вообще. Просто красиво. Я убью. А, ты бей. Аэро. Дадим. Вижу чувака. Где? А он сидит прям в елке. У нас тут. Нет, где трубы прямо, блядь, ну 300 метров, я чуть не попал у него. Где труба, видишь, от завода в лес идет? Ну, там было в елке. Естественно, там его уже нет. Ну да, сейчас туда, куда я стрелял, естественно, там нет. Ага, вижу. Там же. Где? Там же. Погоди. В елке. Откуда целюсь, в елке. Светлый батос у него, блин, он по ботиночкам палит. В сторону трубы будешь смотреть, первые густые елки, такое скопление, блин. Там еще две лысые сосны потом идут. Вон у них. Да ебать, я не вижу, блядь. Отойди, блядь. Вон в елке. Двое, что ли? Да не один.
Бля, ебать, скилловый чувак, да? Сделай скриншот, я не знаю, я не понимаю. Какая труба, я в сторону вон, смотрю. Смотри, от третьего лица смотри за двери, куда зомби бегут, видишь? Самый дальний зомбак. Ну вот, вот елки, видишь, он стоит спиной к этим елкам. Строитель, вот этих елок. А нихуя себе, блядь, труба. Я смотрел вообще в сторону трубы слева, там, путь куда. Внутрь завода входи. Видишь? Бля, ебать тут зомби, ебана рот. Первая же подача, я кровоточу. Охуительно. Это, все это хуйня. Ой, заебали нахуй. Макс, ты там хуяришь? Не-не. Ебать тут народу. Ну я минус, ты не знаешь. Там, блядь, зомбаков на первый этаж напустил. Ага, по буферу у меня бежит, вижу его. Твою сторону почесал по буферу, иду за ним. Ебать я косой. Да. Пизда просто. В буфере вижу. Прям на ходу въебать. Хорошо. У нас еще там Максим остался один, получается. Бля, нормальный такой паренек. С простым СКСом без прицела, бля, как тебе? Или с бункеров прям издалека повоевать, а ты сбоку можешь от кабанин зайти, на грядочку сесть. Я буду это поманивать его, чтоб, ну, чтоб торговал, а ты ёбнешь, когда встанет. Я иду на эту кабанинскую грядку. Там расстояние, ёбте мать, да? 400 где-то, на... а, блядь, у тебя нет дальномера? Ладно, разберемся. А ты на крышу прям, Макс, ворвался, да, к нему? Нет, я на первый этаж зашел, там было куча зомби, и мы на лестницу давай проходить, меня сверху захуярил. Меня зомби пиздили внизу, и он сверху. Интересно, почему они на него не агрились, блять, он же бегал там. Не
знаю. Потому что они согрелись на тебя, а он, наверное, лежит там уже третий час, блядь. Там трупов достаточно, так или не помню, два уже, и мой третий. Ну вот, вы как лемминги туда лезете, он убивается. Да мне надоело уже, блядь, бегать туда-сюда, нахуй, сидеть, ждать его. В этом весь сок игры, сидеть, ждать. И этот сок не про тебя, ты тоже ждать не любишь. Угу. Что, есть обзор? Нет. И туда, куда мы сейчас выйдем, тоже не будет обзора. Там, если прям убер высоко вот залазит, вот, вот там, но это очень далеко. Но он за будкой лежит, Лёх, с той стороны. С какой с той стороны? С той стороны нет. Ну вот, вот ты смотришь прямо на это здание, видишь, будка сверху стоит, и он лежит с правой стороны. С той стороны ты будешь целиться в будку. Угу. Смысл? Его ниоткуда не достанешь. С грядок. Можно попробовать. Там пипец расстояние, но я попробую. Если он, конечно, не свалит в тот момент. Да? Он там 3 часа лежит, что ему сваливать. Да хуй знает, сколько он там лежит. Пошел адреналин. У меня есть 2 бутылки, попробую там пошугать его бесшумно с грядок. Угу. Бля, ну если я на вышку залезу и не убью его, например, с первого выстрела, когда он меня увидит, то я отъеду там. Угу. Я могу к ним под здание Грена кинуть, при этом, в принципе, особо не спалиться, что я чуть дальше сижу, чем Грена. И что это нам даст? Ну, может, встанет кто? Ну, нет, зачем? Ну, так и ползал. Так нет, а зачем вставать-то ему? Он до третьего лица от бортика посмотрит, ничего страшного. Ну, тогда... Нет вариантов. Только на крышу Грен прокидывает. Раз они лежат, они вставать не будут. Грен мизу кидать нас. Блять, ну на вышку лезть. Тебе кидать Грена отвлечь, мне попробовать на вышку залезть, убить одного и резко на перчатках съехать. Ну да, только резко съехать. Не могу просто увидят. Не факт. Кто туда сидит, прям вот от жопы смотрит, там 300 метров хера не видно. 200. Тем более. Прям вот все сидят и смотрят на эту лужку. Тебе надо будет отвлекать. Там либо Грену кидать, либо что-то. Подхожу к вышке. Это я... стамин держишь, стреляешь и сразу сползаешь. Давай глянешь в реа. Угу. Я полез. Абсурдная хуйня. Ой, пиздец. Ой, пиздец. Он тут еще дрыгается на этой вышке, блядь.
следов? Нет, не попал. Внутрь залез. Угу. Все, меня стрессовали. Он под угол, под угол сел. Съезжаю. Ну его нахуй, блядь. По мне. Косое говно. Второй там, видишь? Да, я минус. Ты минус? Я бежусь. Не факт, что успею. Ебать, как ты подставился. Я в КППшке. Успеваешь? Да. Ой, хорош, блядь. Я смотрю, надписи нету. Думаю, Чак Норрис убит Бацанта. Думаю, как ты минус, блядь. Аэро так аэро. Война так война. Стрелка так стрелка, да? От пацанчиков. Будем биться. Будем живы, не помрем. Хорош. Слышал выстрел, иду. Там что-то вроде Лара было или этого Сеги аккуратно. В буфере, понял? Найс инфа, Алексей. Еще стреляют. Вот это походу либо Лар, либо еще какая-то хрень. У меня Лар. Я буду теперь с Ларом нагибать, блядь. Отхожу. Буду зомби бить. Отваливаюсь 5-10 минут. Магаз на лар есть? Нет. Я зомби стреляю спокойно. Ай, блядь. По-моему, это стрелковые пацаны, которые нам стрелку забивали, отъехали только что. Ну, они точно двое вот этих. Ну, из той банды, да? Да отстаньте от меня, уроды, блядь. Так, я бегу к Лёхе, скину 74-ку. Рассвет, рассвет. Дядя Игорь вышел с винчом. Тут никого. На антенне тоже никого. Лес перед палатками. Лес перед палатками. Тоже никого. Ну там зомби появились, их там не было только что. Опа, чувак в этой... Где? Тюряга на противоположке. А, все, понял. Ты видишь его? Да. Стрельнул по нему.
А где, откуда? Он в окошке торчал. Так, я на крыше, я боюсь, что я на крыше. Я на противоположке. Да, я понял, понял. А я только на нее посмотрел, там никого не было. А я глушитель забыл надеть. Спалился. Я по крыше бегаю, баечу, короче, может, под меня вылезет. Я так полагаю, метров 500 от завода. У меня 700 было. Ну, у меня прям вот оно. Что тут через взлетку? А, от завода мы что-то перестрелились, там 400 с чем-то, по-моему. Ну, 400, так, по-моему... Так, второй этаж я могу контролить. 50-70. Так, ну я не вижу никого, слушай. Блять, я так в открытую тут стою, как мудила. Пойду лучше пикать из двери. А ты у себя осматривал буфер, Лёх, там вот этот, за буфером? Ну да, поглядываю периодически. Тут никого, да, не было? Блять, далековато, конечно, далековато. Ладно, сидим, ждем его. А вон ты где торчишь. Да-да-да. Их там. Понятно, все. Я думал, это тараль там со стороны бегать. Смотри, чувак торчит. Нет. В мою сторону пялит. А я только вышел на крышу из завода, блядь. Думаю, дай посмотрю. Сел, посмотрел на тюрягу, нет никого там. А он вот это вот окошко смотрел, среднее, которое... Ну, там... А, где лестница? Ну, да-да-да. Угу. Так, я над ним, если что. Давай. Что значит над ним? На крыше? Нет, над ним имеется в виду чуть-чуть, ну, блин, короче, в лесу от него. А-а-а. В лесу делаешь? Я там бегаю. Хорошо, они, ну, открой ему дверь, не знаю, что-нибудь там. Пошуми. Контроль. Покр... Или напротив двери сядь, контроль, и все. Покричи ему. Я иду, ты сейчас умрешь. Попугай его там, да. Так, а если я здесь залягу, я особо здесь не виден, да? Ой, я вижу. В окошке? Да, я вижу. То есть он там, да? Ай, блядь, по мне стреляет. В ответ стреляет. Какой он, а? Ну и? Ты заряжаться... К нему зомби летят толпой. Вон дверь открыть. Блять, я вырублен. Я сейчас отъеду. Как? Ну так вот он не зарядил оттуда. Ты на крышку внутри. Это тролль, ты расшируй быстрее. Я расширую, прям расширую. Я прям на самом верху на крыше, я прихожу в себя. У меня один кровотек. Он пройдет. Блин, меня зомби увел. Так, пришел в себя. Я там. Тебе? По мне хуярь. Дам подавляющий. Я перебинтовался. Я краснючий шуп... Ебать он меткий, пипец. Дойти помочь, нет? Морфин вколол, сейчас ширяюсь этим и внутрь завода бегу. Я внутри завода. Я его поджал, попал по нему. Хорош. У меня плюсик краснючий нолево, а кровь желтая. Пипец, вот это шотнул. Вот это респект. Я и доктор Алина на подмогу. Mm-hmm. Тишина пока. Охереть, вот это чувак. А, стоп, у меня физик есть. Блин, меня тут зомби окружили толпой так. Сейчас мы этого чувака окружим. Сейчас я на физике влил, сижу. Восстанавливаю.